По предложению главы Самары встреча с делегацией Штутгарта началась с минуты молчания. День памяти и скорби – трагическая дата для обоих народов. Нынешние взаимоотношения двух городов более чем дружественные. Уже 25 лет Самара и Штутгарт – города-партнеры. Отрадно, что наши партнерские отношения находятся в постоянной динамике. С уверенностью могу сказать, что это одно из наиболее активных направлений международного сотрудничества городского округа Самара. За четверть века нами проделана огромная совместная работа, принесшая свои плоды в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования, в области укрепления торгово-экономических связей, науке, культуре и спорте. Университеты двух городов сотрудничают в сфере космических технологий. В больнице имени Середавина открыто отделение челюстно-лицевой хирургии. Молодые люди вместе занимаются спортом, читают Шиллера и Лермонтова. Но самое главное, так называемый принцип народной дипломатии помогает больше узнать о традициях народов, а значит и укрепить взаимоотношения на государственном уровне. Мы, конечно, понимаем, в какой день мы находимся здесь, что 76 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия напала на Советский Союз, что погибло 25 миллионов человек, и мы разделяем скорбь вместе с вами. Совершенно понятно, что сейчас мирное время, и мы, как европейское сообщество, стараемся сохранить мир. В честь юбилейной даты в Самаре появится Штутгартский бульвар. Это название будет присвоено небольшому участку на пересечении Нововокзальной и Старозагоры. Здесь установят декоративные элементы, связанные с историей двух городов. Штутгарт по праву считается европейским центром инноваций и высоких технологий. Самара обладает высоким промышленным, научным потенциалом. Развитие наших городов ставит перед нами множество близких задач. И я убеждена, что обмен опытом станет взаимно полезным. Олег Зверев, Максим Гусев. События.